Здравствуйте, мои хорошие подписчики, мои друзья. Сейчас я пойду в фикс прайс, кое-что кончилось из товаров фикс прайса. Я, конечно, не очень люблю этот магазин, но кое-что там покупаю. Хочу вас взять с собой, показать, что обычно я там беру. И, кстати, показать, что я не советую покупать в фикс прайсе. Пойдемте. Обычно я покупаю бумагу папе. Очень выгодно. 6 рулонов 99 рублей. Вот такие салфетки 55 рублей. Тоже очень удобные. Ты отсюда их вытаскиваешь. 180 штук. И салфетки фирмы Коте. Всевозможные. Маленькие 55 рублей. Детские 77 рублей. Также покупаю всегда фейри 900 мл стоимостью 99 рублей. Иногда беру сорти стоимостью 27,50. Брейв покупаю 77 рублей. Также беру средства для очистки плит Homestar стоимостью 55 рублей. Я думаю, нет смысла переплачивать. И средства для очистки ванн от Homestar. Тоже очень хорошая. Мне нравится. Я не вижу смысла переплачивать за большие бренды. Покупаю кондиционер для белья Вернель. Разные пробовал. Больше мне понравился в желтом пузырьке. Больше всего мне понравился в желтом и розовом пузырьке. Стоит 99 рублей. Капсулы для стирки белья Ариэль. Стоимостью 199 рублей. Тоже покупаю постоянно. Вот Делюкс 2 литра за 99 рублей. Ни раз не пробовала. Напишите мне, пробовали вы такой кондиционер для белья Делюкс. Губки для посуды 8 штук 25 рублей. А еще постоянно моей покупкой служит вот такой коврик. Стоимость 55 рублей. Для сушки посуды. Его я беру постоянно. Рекомендую. Из продуктов покупаю вот такое печенье со вкусом сгущенного молока стоимостью 25 рублей. От Элина. Халва. Кстати, неплохая. Тоже покупаю иногда. Стоит 27 рублей 50 копеек. И всегда покупаю чай вот такой зеленый за 55 рублей, либо Тесс беру 55 рублей. Нравятся мне такие чаи у них, неплохие. Еще покупаю вот такой зеленый чай 27 рублей 50 копеек, майский. Соки Сады Придонья по 55 рублей тоже покупаю, ну иногда. Также покупаю всегда ватные диски Аура 27 рублей 50 копеек, 100 штук. Очень удобные, хорошие, вот они мне нравятся. Ватные палочки 400 штук 50 рублей, тоже постоянно покупаю, заканчиваются долго. Вот такое мыло для рук беру. В нем 1000 грамм. Стоимость 50 рублей. Мне очень нравится. Надолго хватает. Вот это перекись. Стоимостью 12 рублей 50 копеек. Ну, я думаю, у всех должна быть. Я ее периодически беру. Рекомендую покупать кружки в фикс прайсе. По 77 рублей всевозможные, неплохие, мне нравится. Так что пока не лопнули, не потрескались, не развалились. Еще в фикс прайсе мне нравятся всевозможные контейнеры от 55 рублей до 149 рублей, всевозможные. Такой удлинитель
электрический 99 рублей. Кто-нибудь брал, напишите мне. Провод какой-то, знаете, такой тоненький, какой-то хлипкий. Ничего не могу про него сказать. Если кто покупал, напишите отзыв. Неплохие тряпочки, вот эти за 77 рублей, 4 штуки из микрофибры. Еще мне нравятся всевозможные корзиночки для домашнего хозяйства. Их бы я тоже рекомендовала приобрести. Пеленки неплохие. Кстати, кто держит домашних животных, прям выручает, стоит 55 рублей. Размер 60 на 60. Две капельки впитываемости. А, кстати, вот такие чокопай неплохие. Стоимость 55 рублей, 168 грамм. Спонж для снятия макияжа, стоимость 55 рублей. Их 3 штуки. Ну, знаете, можно купить. Пользуюсь до сих пор. Особенно мне понравилась вот эта пилочка для ног. А стоит она 99 рублей. Прям неплохая, девчонки. Как вы поняли, из продуктов я мало здесь что беру. Ну, вот такие сушеные бананы. 50 рублей, 70 грамм. Я покупала. Ну, так скажем, ну, можно поесть. Можно. Вот такие бумажные полотенца. Стоимость 55 рублей. Два слоя, 30 метров, неплохие, довольно-таки, хорошо впитывают. Выгодно в Фикспрайсе покупать питьевую воду. Святой источник, 9 рублей, 10 копеек, это 0,33, 11 рублей. С лимоном, вот, видите, 27 рублей 55 копеек. Так, 0,75 литров, 13 рублей 70 копеек. Сейчас в Фикспрайсе очень много к Новому году. Я вот купила вот такую гирляндочку, шишечки. Мне она очень нравится. Длина 120 сантиметров на двух батарейках АА. Батарейки в комплект не ходят. Стоит 99 рублей. Они здесь разные. Есть вот такие вот звездочками. Елочками. Вот такими ежиками. Но мне больше понравились шишечки. Всевозможные подарочные коробочки по 55 рублей. Ну, это можно купить. Почему бы и нет? И вот здесь что-то отдел, как новогодних тарелочек, кружечек. Все по 77 рублей. Смотрите, пингвиненок, совенок, кружки вот интересные к Новому году. Даже с крысой есть. Тоже хорошо на подарок, как презент знакомым. 77 рублей. Еще я покупаю вот такую вкусную соль йодированную. Мне она нравится. Напишите, вам нравится такая соль, кто-нибудь берет. Масло подсолнечное 55 рублей, рафинированное, 0,9 литра Меладора, масло подворье. 55 рублей. Сейчас вот кукуруза стоит 27 рублей 50 копеек. Вот такая вот. Не знаю, что за кукуруза. Если кто-то брал сахарная, напишите мне. 310 грамм. Вот такая подставка под горячее фирмы Kitchen стоимостью 99 рублей. Я купила. Хорошо служит. Хорошо служит. Так что я неплохого мнения о ней.
что не рекомендую покупать, это вот такой вот бальзам-кондиционер для волос. Мне очень не понравился ни о чем, абсолютно ни о чем. Не берите его. Цены нет, но я покупала его за 55 рублей. Вот эти патчи гидрогелевые тоже ни о чем, не знаю. Мне не понравились. Напишите, может, кому-то подошли. Но мне не понравились. Абсолютно никакого эффекта, ничего я не увидела. Эти ручки 55 рублей в наборе. Их немало. Перестают писать буквально через 5 минут. Такое ощущение, как чернила засохшие. Или шарик не работает. Не берите. Ну, из косметики, из кремов. Это вопрос спорный. Я покупала вот такой за 77 рублей. Мне не подошел. Ну, как-то ни о чем, не понравился вообще. Я считаю, косметику все-таки нужно покупать не в фикс-прайсе. Хотя, кому как, ребят, кому как. Не рекомендую покупать вот такой керамический нож за 99 рублей. Быстро весь он ломается, крушится. Может быть, опасен для здоровья. Вот эти селфи-палки за 99 рублей очень быстро ломаются. Не рекомендую их покупать. Не рекомендую покупать вот эти спонжи для макияжа. 20 штук. Абсолютно никак не разнесешь ими по лицу. Все впитывает вовнутрь. Купила две, использовала, остальное все выбросила. Еще и разочаровала спрей для волос. Делюкс. Ни о чем. Ни о чем абсолютно. Стоимость 77 рублей. Не рекомендую. Не понравились мне очищающие таблетки для сливного бачка. Пробовала я, покупала. Стоят они 55 рублей. Санинспектор. Не знаю, не понравились мне. Может, я им пользоваться не умею. Вот такой дезодорант, антиперспирант. Рексон аэрозоль, 150 мл, 99 рублей. Мне не понравился. Очень сильно не понравился. Абсолютно никакой защиты. И запах какой-то у него прям, ну, не очень, не очень. Также не рекомендую покупать вот такие романтические наборы. Стоимостью 199 рублей. Быстро все испаряются. Запах долго не держится. В общем, мне не понравились. 199 рублей. Не рекомендую покупать еще вот такой ароматизатор для дома. 99 рублей. Вообще не пахнет. А пахнет какой-то жуткой химией. Запаха нет абсолютно. Они здесь разные. Жасмин и ваниль. Не берите. Стоит 99 рублей. В общем, сделала вам такой честный отзыв на те товары, которые я брала и покупала сама. Я много особо не покупаю в фикс-прайсе. Считаю, некоторые вещи там, ну вот просто не нужны. Просто не нужны. А в основном, как вы заметили, я покупаю химию, бытовую химию. Из продуктов тоже много. Ну, в основном ничего не беру. Если покупаю, то чай. Когда бываю, практически все время покупаю там чай. Иногда печенюшки. В общем, за что купила, за то и продаю. Спасибо, что были со мной на канале. Спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Пишите свои отзывы. Может, что-то вы еще покупали. Можете что-то добавить. Как вы протестировали, понравилось вам или не понравилось. Пишите. Вы знаете, бывает так, что иногда какой-то определенный товар у некоторых людей служит дольше, а у некоторых меньше. Все еще зависит от человеческого фактора. Ну, наверное, еще и от качества. Может быть, из года в год качество ухудшается или улучшается, наоборот. Тоже пишите, что вы думаете по этому поводу. Пока-пока. С вами была ваша Света.